Министр здравоохранения края Борис Немик привился вакциной «Спутник Ви». В следующий раз чиновник поставит укол через 21 день. Он переболел коронавирусом еще в мае прошлого года, и антител у него не осталось. Немик пояснил, что сейчас в России зарегистрированы 3 вакцины, и они идентичны по своему действию. А «Спутник Ви» министр выбрал, потому что он был в наличии. С прошлой пятницы новая партия вакцины в 15 тысяч доз начала поступать в прививочные пункты края. Сейчас их 91. До конца апреля регион должен получить еще 15 тысяч порций. Всего за год в планах министерства привить более миллиона жителей края. Я не боюсь побочных реакций. Меня предупредили, что могут быть какие-то реакции, буду наблюдать. Очень простой подход. Нам нужно сформировать популяционный иммунитет, с одной стороны, чтобы мы забыли уже о коронавирусе и перевернулись к прежней жизни. А другое очень важное, что у привитых людей, особенно у пожилых, эта инфекция в тяжелой форме протекать не будет.